Лето уже подходит к своему завершению, однако погода по-прежнему остается комфортной, и первый день рабочей недели радует всех теплом и солнышком. Высокие значения 24-28 градусов, южный ветер. Во второй половине дня с приближением атмосферного фронта ожидаются местами кратковременные дожди. Грозы. Температура воздуха во вторник останется достаточно высокой. Климатическая норма превышена на 1-3 градуса. А вот в середине рабочей недели прогнозируется похолодание. Температурный фон близок к климатической норме. Днем колебания от 20 до 23, ночью 10-12 градусов. И, конечно, в низинах надо учитывать, что это уже вторая половина августа будет. Столбики термометров под утро могут опускаться до отметки плюс 8 градусов. А вот температура воды остается достаточно высокой – 22-24 градуса. Поэтому всем любителям водных процедур – зеленый свет.